До начала выборов президента Российской Федерации остается 10 дней. Мы поинтересовались у жителей Петрозаводска, знают ли они, кого предстоит выбирать в назначенную дату. Вы знаете, какие выборы пройдут у нас 15 по 17 марта? Выборы президента. Конечно, знаю, что выборы президента нашего. А как же? Президента будем выбирать. Ну, какие выборы президента? Только ему говорю, пойдем на выборы. Говорит, пойдем, конечно. Сюда вот наверх ходим, на Невского. Знаем, ребята, знаем. Пойдем голосовать. Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта. На них зарегистрировано 4 кандидата. Владимир Путин в качестве кандидата-самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Дованков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.